наконец-то разобрался с двигателем от стиральной машинки, сделал реверс нормальный. До этого получалось что-то не то совсем. Для этого понадобился такой переключатель. Два положения. Вправо, влево. Схему выложу, по которой делал. Здесь такое подключение. Крест-накрест. На пусковую обмотку будет идти. Через конденсатор. Ну, неудобство единственное, перед реверсом надо будет отключать от сети мотор, потому что он будет работать напрямую, рабочая обмотка. Сейчас покажу. Выключим в розетку. Вот, смотрим. Крутится против часовой, распускается, все отлично. Так, надо будет заизолировать все. Выключаем. Неудобно. В другую сторону. Было против часовой. Вот теперь по часовой. Ну, подключение. Вот после выключателя на пусковую обмотку. Вы сами прозваниваете, где больше сопротивление, пусковая, где меньше, рабочая. Рабочая, вот, грубо говоря, сразу напрямую пошел провод после автомата. Пойду ставить на трубогибчик. Вот такая бомба получилась. Отключаем, переключаем реверс. Вот как он работает. Все поставил. Вот новый станок. Включаем. Все, без проблем. Запускается. Сейчас обратную сторону отключаем, переключаем и опять запускаем. Все работает. Немного покажу аппарат сам. Редуктор червячный, профильки, уголки, мотор. Тут сделан пропил, чтобы можно было натягивать ремень, хотя и так хватает. Вальцы от давилки. Солод до этого давил, пересобрал новый агрегат. Ну, не я собрал, знакомый. Домкратик, пружиночки. Вот так работает. Вот так. Сейчас. Оп. Затягиваем. Автоматика. Насчет размеров труб не знаю, не пробовал. 30 на 30, без проблем. Да и 60, наверное, попрет. В принципе, все. Вот, медленно, но верно. Гнем.
Не напрягаясь, даже, по-моему, мотор крутит. Надо выключать.